Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля и продолжение беседы с пастором Раджи с потрясающего острова Цейлон. Но когда покаяние пришли, когда эта мама меня взяла в церковь, Ахраменко Ольга, и это сам после этого я видел Бог, живой Бог я видел. Я думал, я до этого я сколько времени я искал Бога, а сейчас уже я видел живой Бога. Поэтому я очень хотел, который не знает Бога, люди есть много стран в мире. Хочу передать их, есть один Бог, это Иисус Христа. Большое желание меня внутри пришли. И потом я, конечно, я очень любил Иисуса Христа. Потом я видел, он меня помогает. Меня внутри исцеления пришли. После этого я очень любил. И я сказал, я хочу только Бога. Только я хочу Иисуса Христа, а кроме этого меня ничего не надо. Вот так вот. Здесь я хотел отдавать на Богу. Встретился в церкви, да. Там был маленький домашний групп. В 2000 году, да. Но после этого начинал молиться. И Бог начинает меня говорить. Через 8 месяцев, и начинает Бог меня говорить. Это время Библии не было. Никогда я Библию не читал. Сингальской Библии не было читать меня. И русский язык тоже я плохо понял это время. Потому что я в университете я учил только 4 месяца. Русский язык, 4 месяца только учил. Да, это моя смерть, это Божье чудо это. Я сам не знаю, я как раз говорю, как я переводил. Я тебе сам меня это чудо вообще. Это Бог работает.